Сургутский роддом стал местом для жертвоприношений. Накануне в Сургуте около перинатального центра неизвестные зарезали барана в честь выписки новорожденного. Этот обряд у мусульман называется акика. Невольными свидетелями кровавого ритуала стали несколько десятков сургутян, в том числе женщины и дети. Видео, которое попало в соцсети, вызвало большое недовольство среди жителей города. Инцидент заинтересовал и полицейских. Сотрудники начали проверку. Священнослужители сургутской мечети также прокомментировали ситуацию. Не надо забывать о том, что мы на сегодняшний день с вами живем в светском государстве. Это не исламское государство. Естественно, мы должны чтить традиции этой страны, соблюдать законы, требования этого государства. Тем более на сегодняшний день в нашей стране, в каждом городе, в каждом селе есть специализированные места, где можно приносить жертву. Вот. А если мы сегодняшний день будем приносить жертву, где мы захотим, мы тем самым будем вызывать недовольствие людей, граждан.